«Моя планета» представляет. Его сразу предупредили. Искать придется долго. Это первая одомашненная собака вообще в мире. Места здесь непроходимы. Куда заведет меня эта африканская дорожка, я не знаю. Обитатели опасны. Мы искали этих собак 2 дня. И вот в последний день нашего пребывания в Южной Африке мы все-таки нашли. Африка. Континент на планете собак. Африканис.